обычный воротник, шикарная трапециевидная голова с широкими скулами, отличный широкий постав ушей, хороший переход от лба к носу, замечательные васильковые глаза, в хорошей кондиции, в хорошей форме. Вот такая вот у нас красивая сибирячка. 54-56 на экспертизу. 54-56. Наталья. А, это канадский свинкс, я извиняюсь. Уши надо поставить. Канадский свинкс. Канадский свинкс. Вот такая вот добротная черепаховая кошка. Да, вот такая вот. Хорошее, отличное, шикарное тело, как и должно быть, очень сильное, очень мускулистое, очень складчатое. Хвост, отличный клин головы, хорошие уши, широкие в основании, отличный переход от лба к носу, очень отличный формат тела, высокие конечности, обязательно присутствуют подушечки, вот такие, на которых стоят сфинксы, поэтому они подходят вам прямо, крадутся и подходят очень нежно. Ты красавец, ты молодец. Пошли в обратную сторону. Она мне уже показала, я не стоматолог, к сожалению. Нет. Я по другой части. Хороший длинный хлыстообразный хвост, как я говорила вчера, они вот скручивают его вот таким вот образом возле себя и носят либо с одной, либо с другой стороны. Хорошие уши среднего размера, открытого основания, с закругленными кончиками, широкого постава, красивые яркие насыщенные глаза и, конечно же, биколорный окрас. Вот если бы она была в шерсти, то вот эта часть у нас была бы одного цвета, да, а это было бы уже беленькое. А так мы вот как раз таки видим тот окрас, который у нас присутствует, когда мы в шерсти, а как же оно без шерсти? А вот так оно без шерсти. Вот такие белые голубые пятна у нас бы перемежевывались, и вот такая красота бы была. У корнишихи, конечно, должна быть вот такая вот дугообразная спина. Когда мы ставим дуга, это очень хорошо. Высокие длинные конечности, хороший длинный хвост, сужается скотчиком. Гейцевидная голова, очень хороший профиль, отличный прямой нос, большие, красивые, высокого постава уши. Хороший профиль, сохранила прекрасную текстуру шерсти. Я хочу сказать, что шерсть корниша отличается от шерсти девон-рексов, хотя все они рексовские породы, но у корниша завиток закрытый, он как бы цепляется один в один, а вот у девон-рекса завиток открытый. Когда мы смотрим, он вот таким вот образом получается входит. Поэтому здесь все породные признаки плюс отличное качество шерсти. Отличный полученный завиток, шелковистый-шелковистый, отличный формат тела, мы точно так же видим хорошую, красивую аркообразную спину, длинный корректный хвост, высокие конечности, очень хорошие, сильные, высокие конечности, отличная породная голова, такой профиль, язык, покажи всем, какой у тебя язык, отличные уши высокого постава, только высокий постав ушей, корниша, ну-ка покажи, скажи, вот такой вот отец, красивые большие открытые глаза, он, видно, чуял ее, психовал, под столом. Продолжается регистрация на ВЦ при взрослых второго дня. Ведет Наталья Рожкова. Пожалуйста, записываемся. Всего 8 участников у нас записались. Если участников больше не будет, не состоится. ВЦ при взрослых. Регистрация. Пожалуйста, пройдите себе в ряд и запишитесь. Большие округлые глаза. Ручки положены в шотландской породе. Держите. Шерсти. Только-только начинает набирать он покровный волос к зиме. Что такое? Что такое? Не бойся, все хорошо. Хороший переход от лба к носу. Хорошо.
сформирована коробка, большие уши с кистями. А вот сюда посмотришь, посмотри, что тут есть. Посмотри, вот такая красота у нас есть. Вон в ту сторону посмотри, вот туда.